Да, приветствую. У нас в Запорожье, значит, репитер здесь попугайчик сделал Ульяна Роман 3ЩЛЗ. Я укажу, значит, данные. Смотрите, попугай такой. 1, 2, 3, 4, 5. Тест. Раз, два, три. Здесь Ульяна Роман 3. Щука, щука, центральный. Так, ну это дебилы. Это у нас дебилы наши местные, это нормально. 1, 2, 3, 4, 5. А вы, в общем, видите, да? Ну, в общем, функционирует. Так. Ах ты ж, господи. Ладно, значит, смотрите. Частота 432 500, антенна 4 петлевых вибратора. 3 ватта выходная мощность у этого репитера, попугайчика. Работает он из квадрата КН77 Михаил Тамара. Под роликом еще раз я продублирую это все дело. Так что подходите, это Запорожье. Ребята, которые там рядом с Запорожьем, подальше. Антенна, в принципе, неплохая. Хортицкий район, там высоты неплохие. Так что, можливо, и как-нибудь буду працювать все дело. Так, а ну сейчас попробую еще раз, может продавит или нет. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ага. 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас и антенну сейчас поменяю, 10 элементов включу, посмотрим, это животное меня передавит или нет. Так, ну антенна работает, вот 10 элементов, помните, сколько показывал репитер, да? Смотрите, сейчас 10 элементов. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 элементов. А ну давай, поддави. Так, ну почти все, вся шкала. В общем, работает. Спасибо щуке ЩЛЗ, Леонид Зоя. Вот такие у нас активисты. Будет работать репитер, скорее всего, как он сказал, по утрам и вечерам, как раз когда есть прохождение на 430. Так. Так вот, ребята, так что подходите, пробуйте. Всем спасибо за просмотр, 7-3 и всего доброго.